Борис Николаевич Никитский живет в Видном с 2010 года. Именно тогда он въехал в просторную квартиру с хорошим муниципальным ремонтом в новостройке на Битцевском проезде. Все эти годы ему помогает дочь Вера Вашурина. Не забывает ветерана и управляющая компания. Поздравляет с праздниками, проводит текущий ремонт, а недавно подарила инвалидную коляску, чтобы Борис Николаевич мог выехать на улицу подышать свежим воздухом. Каждый диспетчер и специалист управляющей компании знает, что заявки 17-й квартиры принимаются в первоочередном порядке и выполняются бесплатно. Борис Николаевич – участник, ветеран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда. И наша помощь ему – это то малое, что мы можем оказать ему в знак благодарности. Но, увы, ничто не вечно. За 9 лет квартире вновь стал необходим ремонт. Начала отваливаться плитка в ванной, стерся линолеум, потрепались межкомнатные двери. И тут на помощь ветерану снова пришла управляющая компания. Перед Новым годом пришли из управляющей компании, глянули и предложили. То есть сами предложили, как бы участнику войны сделать такой подарок. Вот. Поэтому огромное им спасибо всем. Это люди, которые помнят, чтят, уважают тех людей, которые прошли войну. Вот, и чтят тех, кто вот, немногие, которые остались живы. Потому что такая помощь, поддержка им просто необходима. Сотрудники УК уже заменили трубы и электрическую разводку в ванной и санузле. Уложили кафель на пол и стены, поставили новые сантехнические приборы и радиаторы. Но работы еще не закончены. Предстоит заменить старый линолеум на ламинат и поставить новые межкомнатные двери. Любой ремонт приносит с собой некоторые неудобства, но Борис Николаевич не обращает внимания на временные трудности. Ну, пыль, все это терпимо. Все это терпимо. И надо терпеть. Внимание такое, я даже не ожидал. Борис Никитский прошел всю войну снайпером, участвовал в Сталинградской битве и обороне Ленинграда, был ранен. Три осколка до сих пор остались в позвоночнике. Но в свои 95 он по-прежнему любит жизнь, шутит и прекрасно помнит, как совсем юным мальчишкой защищал родину. Борис Николаевич уже заранее пригласил нашу съемочную группу на свое столетие, заметив, что ждать осталось недолго. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.